Команда транспортно-экономического колледжа, мы в групповом этапе прошли все без потерь. Обыграли автотранспортный колледж, ЖД-техникум, радиоприборостроительный техникум. И в полуфинале обошли индустриальный колледж 3-0. Сейчас в финале встретимся с монтажным, который тоже идет пока без поражения. Прогноза на финал я не делаю, потому что футбол и мяч круглый. Победить сильнейший.